В стенах детского сада «Светлячок» стартовал муниципальный этап профессионального конкурса «Преподаватель дошкольного образования. Воспитатель года», который направлен на демонстрацию лучших профессиональных качеств педагогических работников дошкольных образовательных организаций. 6 конкурсантов на протяжении 4 дней будут проявлять себя в 4 этапах конкурса, где продемонстрируют свои умения и навыки работы с детьми дошкольного возраста. В качестве приглашенных гостей присутствовали председатель городской организации профсоюза Гаджи Ибрагимов, методист дошкольного воспитания Камила Идикова, воспитатели городских детских садов города. За период нахождения этих маленьких детишек в вашем детском саду привить им любовь по знаниям настолько легче будет в школе обучать их для дальнейшего получения соответствующего общего среднего образования. Дошкольного мира огромное количество наград и призовых мест. По словам организаторов, проводя конкурсы среди воспитателей детских садов, они преследуют цель выявить таланты, мастерство и творческую деятельность педагога, тем самым обогащая ход работы в соответствии с современным технологиям и новейшим методом работы в детских садах. Я вам хочу пожелать зеленой дороги в этом профессиональном конкурсе, который достойно, думаю, представит в своем лице все свои дошкольные образовательные учреждения, ни пуха, ни пера. Все те, кто участвовали в ежегодном конкурсе «Воспитатель года», подтверждают, что наряду с серьезными испытаниями конкурс дает мощный импульс как для профессионального, так и для личного роста. Возможность набраться полезного опыта работы, также потренировать свои способности в работе и уверенность в выступлении на публику. В качестве почетных членов жюри присутствовали Елена Никонова, преподаватель частных дисциплин Республиканского педагогического колледжа, заместители директоров по воспитательной работе школы города Раиса Шагаева и Гульнара Дельбаева, которые оценивали конкурсантов по бальной системе. Бурлия Цамбиева, Ибрагим Гасанов, информационная программа «Пульс».